По результатам недавнего технического освидетельствования, ни один из 5 городских пляжей не был допущен к работе в купальный сезон. Нарушения хоть и незначительные, но все же влияют на безопасность людей. Допустим, начнем белые берега, да, не до конца был расчищен сход в воду. Непонятно с Володарским районом на противоспасательной станции. Там идет какое-то строительство, и полпляжа уже оттяпали, и никто не знает, что там творится и что там будет. Все нарушения должны быть устранены до 31 мая. Тогда будет проведено повторное техническое освидетельствование. Ситуация с пляжами в районах области немного улучшается, отметил Игорь Николаев. К 6 уже имеющимся областным местам отдыха в этом году, возможно, прибавится еще несколько. Обещают открыть пляжи администрации Дядьковского, Дубровского районов, городов Клинцы и Жуковка. И когда у меня с главой города Жуковки возник этот вопрос, они сказали, мы посчитали, нам нужно 1 000 000. По-моему, 200 тысяч для того, чтобы оборудовать пляж. И да, один пляж. И он мне предоставил этот список, имя у него хорошее, Владимир Аскольдович, да. И когда мы начали читать этот список, то оказалось, что там очень много ненужных мероприятий, которые им предоставил их специалист, якобы псевдоспециалист, будем так говорить. И когда мы начали этот список разобрали и повычеркнули то, что было лишнее, оказалось все лишь, что 150 тысяч нужно. И плюс на работу спасателей еще 45 тысяч. И все, и пляж готов. И он с удивлением это увидев, пообещал, что в городе Жуковке будет в этом году открыто 2 пляжа. Чтобы обеспечить безопасность людей на воде, сейчас инспекторами ГИМС проводится большая работа. В том числе и по взаимодействию с милицией общественной безопасности. Планируется, что на пляжах будут дежурить сотрудники полиции. Из-за несоблюдения отдыхающими правил поведения на воде, к чему относится купание в нетрезвом виде, взимать штраф от 300 до 1000 рублей. Елена Смирнова, Дмитрий Комаров. События, Брянск.